И там действительно при агрессивных лечениях врачи просто не давали никаких шансов на рождаемость детей. Но когда мы позвонили врачу и сказали, что мы приглашаем на брит-милу после этого лечения, он просто был... И уже с тех пор два мальчика родилось. Да, вот так мы пожелаем вам, чтобы и девочки тоже прибавили свету в вашем доме, тем более, что будет еще кому, кроме мамы, зажигать субботние свечи. Да. Спасибо большое Элли Гоцель за ее совет, за ее искренность, доброту, улыбку. Я вижу, что вы сияете, значит, действительно, много детей – это хорошо. Ну, а мы сейчас прервемся в этой теме и познакомимся с очередной еврейской книгой. «Преемственность поколений для евреев» всегда означало не только выживание народа, но и бережное сохранение всех традиций, передаваемых от отца к сыну, от учителя к ученику. Об этом и книга, которая называется «От Синая до наших дней». В этой книге очень интересная история. Я когда-то работал, подрабатывал на израильском радио. Я давал передачу по недельной главе Торы. Ее передавали в 5 часов утра, чтобы ее никто не слышал. И кроме этого, мне еще представили цензора, который должен был следить, чтобы я ничего такого слишком религиозного в эти передачи не вводил. Цензор – это был писатель Ицхак Орен или Изя Надель, как его в девичестве звали. И мы с ним довольно часто цапались по идеологическим вопросам. Один раз, когда мы поцапались, я ему сказал, знаете, так невозможно. Я не могу представлять Тору как фольклор там, еврейских племен в период разделения царства. Это увольте, не для меня. Сказал, ну не кипятитесь, молодой человек. Я вам расскажу анекдот. Знаете, вот один раз еврей спрашивает мусульманина, скажи, ты человек интеллигентный, как же ты можешь верить в то, что архангел нашептал Мухаммеду все, весь Коран, когда он там был в пустыне? Сказал ему мусульманин, а ты как можешь верить, что Бог на горе Синай дал Тору евреям? Сказал им евреям, ну так до Сицемес, ну это же правда. Ну и засмеялся. Ну и я, так сказать, тоже засмеялся. Хоть как смешно. Но потом задал себе вопрос, а действительно, что я ему могу ответить? Откуда я знаю, что Тора, которую мы сегодня изучаем, исполняем, что она действительно была дана тогда на Синае всему еврейскому народу? Ответ был один – традиция. Ведь слово «традиция», оно немножко аморфное. Традиция настоящая – это если я смогу проследить по-настоящему эту традицию, как дошла вся Тора от поколения Синая, от Моше Рабейну и до нас. Поэтому я отправился сразу после этого разговора к своему учителю и спросил его, у кого вы учились. И дальше от, в обратную сторону на машине времени, от ученика к учителю, от ученика к учителю, проводил это исследование, пока мне не удалось выставить действительно совершенно непрерывную цепочку поколений, передававших Тору. Так и получился, так я забрал этот материал, ну а уж потом он оформился в книжку. Должен сказать, что вот дизайн книжки к аппаратам Nokia не имеет никакого отношения и к классикам итальянского возрождения тоже. Те, кого заинтересовала эта книга, а также все те, у кого есть для нас вопросы и предложения, могут обратиться на наш сайт. А пока послушайте, что ждет вас после рекламы. Мы перелистнем страницы истории, заглянем в эпоху египетского рабства и познакомимся с современными, очень симпатичными малышами. Поговорим с врачом-гинекологом о том, как отражается многодетность на здоровье женщины. Узнаем о том, почему еврейская традиция так строго относится к контрацепции. Раскроем тайну, почему у нас, потомков Авраама, сравнивают и со звездами небесными, и с прахом земным. И все это через несколько минут. Оставайтесь с нами. Родоначальником еврейского народа был Авраам. Он долгие годы не имел детей, но не терял надежды, что рано или поздно станет отцом. Да и мог ли он сомневаться? Ведь сам Бог, явившись ему однажды, пообещал: «Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды. Сможешь ли счесть их? Вот таково будет твое потомство». И действительно, у Авраама родился Ицхак, у Ицхака Яков, у Якова 12 сыновей и дочка. Так что к тому моменту, когда новоявленное племя, гонимое голодом, спустилось за пропитанием в Египет, их было уже 70 человек. И вот тут-то началось. Казалось бы, ничто не предвещало, что переселившийся в Египет не очень разветвленный клан повлечет за собой демографическую проблему с точки зрения местного населения. А все-таки Тора сообщает нам следующее. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И сказал фараон народу своему: «Вот народ сынов Израилевых».
был издан у Амрама, и его жену Йохеву тоже было двое детей, Аарон и Мирьям. Понятно, что в иное время Амрам хотел бы иметь еще детей, но сейчас, узнав, что все новорожденные мальчики обречены на уничтожение, он решил, что вынашивать детей, рожать их в муки и надежды лишь для того, чтобы потом видеть, как они захлебываются в мутной воде, неправильно. Контрацептивы в то время не существовало, и потому, не найдя другого выхода, он попросту развелся со своей женой, тем самым избегая близости с ней и возможной беременности. Ну а так как Амрам был непререкаемым авторитетом для всех остальных евреев, то большинство из них поступило подобным же образом. И по многомиллионному племени прокатилась небывалая ни до, ни после того волна разводов. Остановила эту волну пятилетняя девочка, дочь Амрама, Мирьям. Она с самого раннего детства, наделенная пророческим даром, сказала отцу горькие слова, которые вполне на него подействовали. Ее аргументы, судя по Талмуду, звучали так. «Ты, — сказала она, — хуже фараона. Фараон убивает мальчиков, но ты препятствуешь рождению и мальчиков, и девочек. Фараон уничтожает их тела, но их бессмертные души будут жить в грядущем мире. Ты же мешаешь их душам войти в мир. Кроме того, я уверена, указ фараона скоро будет отменен. Твой же указ останется». В результате этой блистательной адвокатуры Амрам и Йохеват вновь поженились. Их свадьба, публичная и веселая, побудила и остальных евреев, успевших развестись, вновь соединиться узами брака. Понятно, что и рождаемость у них резко подскочила, что заставило фараона всерьез призадуматься над демографическим парадоксом в еврейской среде. Ну а одним из новорожденных мальчиков оказался сын Амрама и Йохеват, Моше, будущий спаситель еврейского народа из египетского рабства. С тех пор, где бы ни оказывались евреи, какие бы тяготы ни выпадали на их долю, как бы ни стремились их недруги к частичному или окончательному решению еврейского вопроса, каждый раз, когда в семье возникала дилемма «рожать или не рожать», мужчины и женщины, матери и отцы повторяли слова маленькой пророчицы Мирьям. Что ими двигало? Однозначный приказ Торы «Пру урву» – «плодитесь, размножайтесь» – и это тоже. Желание сохраниться, остаться народом, несмотря ни на что, назло всем врагам. И вот еще что. Тот трепет, та нежность, та гордость, то уважение, с которым относится еврейское учение к детям. Про детей сказано, что их чистое дыхание поддерживает существование мира. От их улыбок зависит, как быстро добро победит зло в этом мире. Благодаря тому, что дети произносят священные слова из еврейских книг, Бог посылает благословение во всех областях жизни их родителям. На детях покоится пророческий дух, что отражено даже в русской поговорке, что устами младенца глаголит истина. Детские молитвы первыми пробивают небесные врата, запертые от нас, и заставляют высших судей сменить гнев на милость, заслуженную кару на милосердие. Дети являются гарантами вечности еврейского народа. Благодаря детям и ради них на протяжении всей еврейской истории вершились чудеса. И, наконец, самое главное. Евреи всегда знали и верили, что много детей в семье – это не только упрочение рода и большая радость и гордость. Это еще и самое.